Здорово, мужики! Два классических рабочих ножа, резачки, универсал и таежный в одинаковом исполнении вашему вниманию. Давайте посмотрим. На клинках сталь АУС 10 кобальт. 60 единиц термообработка. Сталь коррозионно-стойкая, ну или как принято называть ее нержавейка. Очень хорошая железка по составу. Спуски прямые от обуха клином. Как я уже и говорил, оба ножа резачки. Финиш мелкий поперечный сатин. Исполнение рукоятей можно уже тоже назвать. Наша классическая черный граб и акриловый композит вставка. Больстер Дюраль G10 наборный. Рукоятки традиционно пропитка Даниш. С каждым ножом темляк из паракорда и бусина. Размер универсала. Общая длина 260, 130 клинок, 30 ширина, 3,3 обух. Есть. Нож таежный. По материалу клинка, по геометрии спусков, все абсолютно идентичное. Так же, как и рукоятка. Как я и говорил, в одинаковом исполнении. Разница в размерах. Ну и, естественно, форма клинка. Как видите, ну я покажу сейчас чуть позже в сравнении. Общая длина 275, 145 клинок, 31 ширина, обух также 3,3 мм. Вот, пожалуйста. Ну, чтобы было понимание. Разница в размерах. Стоимость любого ножа 4200 рублей. Действительно, друзья, рабочая классика. Хоть куда. Охота, природа, рыбалка, хоть на кухню. Достойные, доступные, самое главное, рабочие ножи. Пожалуйста. С ножными, кожа теснения, два подвеса. И вот так плотно сидят в ножнах.